Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Стас Полезный. И я ранее в сообществе этого канала выкладывал постик, то что я взял комплект: материнская плата, две видяшки, проц, система охлаждения, блок питания стоимостью 318 тысяч рублей. В этот комплект у нас вошли карточки RX 6800 XT от MSI Gaming X Trio, материнская плата и проц Core i5-9400F, боксовая система охлаждения. Вот, карточки я, значит, поставил, все работает, сейчас все покажу. Так, вот оно, это чудо в перьях, я его называю. Вот материнская плата Gigabyte Z390, вторая версия. Была первая, но что-то я почитал, там негативные отзывы. Что-то трещит где-то, она там что-то хрустит, хер поймешь. Короче, я взял в версию 2, она стоит практически так же. Вот MSI-очки мои, красавицы. Почему они стоят здесь сейчас? Да потому что Razer'а Сберлогистика опять потеряла. Второй раз у меня уже, даже не второй, третий раз проблемы с этой сраной Сберлогистикой. Вот, карточки крутятся, 60% кулера стоят у них, 16 гигабайт оперативки, проц не напрягается, в принципе, нормально. Блочок вообще темистый. Это у нас Zalman, коробку, к сожалению, не могу показать. Ну, Zalman, сейчас прочитаю название. Вот, кверх ногами лежит, вот. Acrux Series какой-то. 1200 ватт, короче, у него там куча кабелей. PCI-Express для видеокарт подключения я его взял. 21 тысячу он стоит, но... Почему я его взял? Ну, потому что... Хотя бы из-за того, что это как Zalman, а не какой-то китайский, который мне советуют взять, все пишут в комментариях. Говорит, что ты, дорогой такой блок питания, взял на Алиэкспресс, можешь за 8 тысяч купить блок питания, там будет 2400 ватт и 16 видеокарт можно подключить, там и все такое. Почитав комментарии про эти блоки питания, я понял, что это говнище полное. Один спалил комплект свой, подключив этот блок, другой купил, трес его, у него там что-то болталось внутри, он разобрал, а там лепеха от олова внутри болталась. А если бы она закоротила где-нибудь, и что бы было тогда? Хрень это все. Ждем, когда Razer'а придут, я поставлю, значит, их вот на эту вот планочку, вот сюда. И воткну сюда две MSI-ки и Power Color вот эту. И у меня получится, будет один риг, чисто красные карты будут стоять. Здесь 6 выходов, 3x16 и 3x1. Можно 6 карточек сюда будет влепить. Ну, в будущем буду расширяться. Сейчас еще хочу компрессор заказать. В DNS есть интересный вариант компрессора. 7 с чем-то он стоит. Вот, такой четенький для продувки всего этого счастья. Ну и, конечно же, вот эта лабуда, которая стоит, уберется, 1080 вместо станет у меня. Это RX 6800 XT. Здесь будут чисто зеленые у меня стоять. Вот. Да, еще, может, ребят, знаете, что за фигня? Вот у меня 3060 в материнке стоит. Это первая, которая не LSR. Ну, она как бы LSR, но это самая первая, которая с эмуляцией от монитора работает. Я не знаю, что с ней делать, я уже и частоты понижал, и, короче, настройки понижал, да по дефолту все оставлял. Ну, почему-то смотрите, сколько она реджектов выдает. Что-то мне кажется, что-то здесь с ней не так. Все остальные карты ни одного реджекта не выдают. Вот 3080, 102 МГц, дает 2317 шар. RX 1349 шар сделала и ни одного реджекта не дала. А вот,
Еще дополнительно я показывал, да, вот эти кульки сделал от старого блока питания. Вот он, блочок наш лежит. Вот, обдувает карточки, если жарко вдруг. Ну, сейчас холодно на улице, 3 градуса. Все это у меня на хайве работает. И самый сок, что мне понравилось в этих карточках, вы даже себе представить не можете. Я их просто воткнул, запустил на хайве. У меня уже автоматические настройки все прописались. По видюшкам, по этим. Сейчас покажу, что они у нас работают. Как? Смотрим, ребят. Вот Hive. 62,5 мегахэша, 40 градусов, 97-96 ватт. Жрет видяшка одна. На 62,5 мегахэша стабильно. Кулера на 60. Кому интересно, вот настройки, смотрите. Частота ядра, напряжение, мемори. И далее вот. Можете такие же себе поставить. Так что карточки не напрягаются особо, жрут очень мало. Блок даже иногда вообще не крутится. Это вот сейчас он у меня что-то крутится, а так в основном просто стоит, он и не напрягается. Комплект вообще темистый, ребята. RX 6800 XT рулят, я считаю. По сравнению с 3080, сколько она жрет, 240 ватт на 100 мегахэшей. А здесь получается 180 ватт. Вот остановился блок, стоит. А здесь получается 62,5, 150. 162,5, это сколько у нас, блядь? 125 мегахэшей. 125 мегахэшей, 180 ватт. Конечно, выгоднее получается. Хотя, конечно, цена 139 тысяч я покупал за штуку. По-моему, 139 или 134, что-то такое. Так что вот такие вот, ребят, дела. Все работает, все четко. Если тебе нравятся мои видосы, заходи в группу Telegram мою. Если у тебя есть вопросы, задавай, отвечу. Пиши комментарии, ставь лайкосы. Подписывайся на мой канал, не забывай. Отвечаю на 100% комментариев. Пишите, ребят. Всем пока.